Всем привет, ребят! С вами я, Стив, и сегодня мы продолжаем наш свой по Майнкрафту. Ну да, я тут немного уже повыживал. Построил все вне записи. Вне записи все сделал. Ну, я пытался это записать, но у меня запись неожиданно оборвалась. Непонятно почему. Ну, по неизвестным причинам. И... Ну, ребят, напишите в комментариях, как сделать так, чтобы у меня было нормально слышно. И чтобы нормально было слышно игру. Так, поставлю вейпоинт. Добавить. Так, вот. Так. 7. Домик. Подтвердить. Готово. Вот. И да, ребят, я тут накопал песка. Если что, у меня тут Dragon Mount стоит. Так, надо поспать. Чтобы не взорвали мой дом криперы поганые. И да, я ребят, я сюда поставил мод на декорации, так что... Сейчас... Ну, в принципе, сейчас можно сделать несколько декораций. Так. Лучше я скопаю это. Здесь больше древесины. Так, давай. И да, кстати, в конце, ну да, я вчера выложил то, ну, первую часть летсплея, и я что-то там не вижу лайков. Ребят, наберем 4 лайков под этим видосом или под тем. И сразу же дам ссылку на все эти крутые моды. Да и короче. Сделал обзор на эти все моды. Если поставите лайк под этим видосом. Вот ты поставил он? Так, я жду. О, молодец, поставил, красава. А, вот дай пятюню. Дай пятюню. А че экран бьешь? Экран че бьешь? Ну ладно, так. Так, это все. Нет. Так. Не по фэншу как-то. Так. Вот так вот, вот так вот. И да, наконец-то исправили этот поганый Майнкрафт. Так. Батя! Батя в здании. Спасайте. Так. Это полная жесть. Жесть, как же крутой. Ну как же. Как же можно ненавидеть этот мод? Он же классный тег. И да, ребят. Реально, напишите в комментариях, как сделать так, чтобы меня было слышно и игру тоже. В телефоне у меня там. На Дискорде. Зря я установил Дискорд. Так. Да. Панель. Панель, так тихо. Смартмоинг, спасай. Так. Вот так вот. Так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так вот. 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 Вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так. Вот так. Ну да, серию я назову. Вот так вот. Но песок. Ай да наплевать. Пальма. Это поганая пальма. Это тропическое дерево. А вот это листья тропического дерева. Так, сколько там мне надо? А, всего. Так. Ну, надо приманивать курицы на.
Так, мне надо курицам. 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 Давай. Курицам. Курицам. Так. Да курица поганый, иди сюда. О, привет. О, привет. Так. Так. О. Эй, дикая утка. Стоп. Это что? А, курица. Они очень сильно ноют. Мне нужно яйцо. Яйцо, яйцо, яйцо. Курица. Курица, снеси яйцо. Снеси яйцо, реально. Да реально, снеси яйцо. Ну ладно, мне надо выкопать шахту. Ребят, мне очень сильно нужна шахта, чтобы... Как-то... Ну, потому что как-то сверху сидеть скучно. Ну да, сверху скучно. Наверное, вы не слышите. Ну да, я сюда поставил еще. Ну, ребят, я вам... Скоро будет, ну, вопросник по... Ну, вопросник Инфинита. Где он у меня будет отвечать на мои вопросы, которые меня интересуют. И да. Сценарий мне не нужен. И... Видео будет состоять из одного слайда. И буду использовать свои актерские умения. Блин, а... Блин. Так. Да у меня же тут близко песок. Ок, ёкало мане. И да, ребят, я вам раскрою всю тайну. Тайну Ивангая и Лололошки. Не Лололошки, Сливки Шоу. Я вам раскрою их тайну. Если вы не смотрели Телблок нет. И их тайна. Они украинцы! И, ребят. И я... Ну да. Там Сливки Шоу запинался в речи, короче, прямо как я. Ну, я запинаюсь в речи из-за того, что очень сильно волнуюсь. И да. Ребят, у меня почти нет дизлайка. Вот вы сами посмотрите на мои видео. Там только один дизлайк. Так еще я посмотрю статистику канала. Мой канал. Посмотрю, сколько там лайков, дизлайков. Хотя для этого же есть YouTube Analytics. Так. И да, ребят. Я вот только сейчас зашел на канал и увидел... Ну, я просто удивился, потому что мой канал похож на канал таких крутых пацанов, как Ranch, No Copyright Sounds, Ивангай, Михачену и Мистер Лололошка. Я не знаю, какого бреда я похож на Ивангая. Какого это, блин, я похож на Ranch, No Copyright Sounds, Ивангая, Миху Channel и Мистер Лололошка. Ну да, я знаю Миху. Ну, он тоже делал вопросники, только он сказал, что уже больше не будет делать вопросники. И я решил, что так не пойдет, и сделал. И решил сделать свой. Так. Ставим сюда. Это вот сюда. Так. Делаем. Ну, немного не по фэншую, да и наплевать. Вот так вот. Ай! Паркур мастер. Ты открываю, открываю. Эй, какого? Вот все. Так делай. Он не пойдет. Мне надо. Мне нужна лопата. Срочно. Палок у меня хватает уже. Так. Это материалы на лопату. Точно, я могу сделать золотую. Мне же все равно меч. Она же все равно будет бесконечной. Ребят, вы только взгляните на это.
7 урона! Капец! Так, а ну-ка. Она ломается. Хорошо копает быстро. Но она быстро не ломается. А меч вообще бесконечный. Наверное, это баг просто какой-то. Или... Ну да, быстро ломается. Лопата быстро ломается. Ай да и ладно, без лопаты могу обойтись. Так. И да, этот золотой шлем очень полезен. Стоп. Ребят, еще вернусь, поставлю на паузу и проверю. Ребят, оказывается, у меня немного не работает шлем. Наверное, мне надо зайти в места потемнее, и тогда заработает. Нет, ребят. Реально не работает шлем, так? Ребят, почему шлем не работает? Напишите в комментариях, что делать. У меня просто шлем не работает этот. Ну не, я не буду это копать. Мне это не надо. Это мусор. Стоп, хотя понадобится. Сделаю себе, ну, кирку из тенгельского инструктора. О, железо. Это очень кстати. Так. Так. Я там уже вижу на своей мини-карте шахту. Прошлый выпуск был очень долгим. Ну да, вы, наверное, не слышите всех этих звуков копания. Так, сейчас. Музыка. Поставлю 45. И да, мне очень сильно нужна пластинка. Я знаю, как ее добыть, только мне нужен крип. Мне нужен крип. Эй! Кола! Что это за бред был? Так, где ты? Так. Так, лезет. А чё бред? Так. Так, вейпоинты поставлю. Где? Темно зеленый. Подтвердить. Вот все. Так лучше. Гораздо лучше. Так, куда я подтвердить? Так, какой. Ребят, только не спамить мне в Дискорде, если я вас добавлю. Ну да, в Дискорде меня зовут Стивен, и у меня вообще нет аватарки. Просто не дает поставить аватарку. Не зря я взял с собой еду. Вот так вот. Там ничего нет, кроме какого-то бреда. Так. Значит, вниз. Так. Вверх я уже ходил, теперь вниз. Кривые что-то шахты. Ничего у них нет. Они тут не... Это кто был? Стоп! Это же Рейнбар! Ребят, это Рейнбар! Я не знаю, что делать. Он очень сильный. Хотя я еще сильнее вниз. Ребята! Прикиньте, я данж нашел! Вторая серия уже данж. Ребят. Я никогда не находил такие... О! Данжи. Вот. Вы бы тоже... На моем месте вы бы тоже удивились. Ребят, так что смейтесь этим. И да. Это круто.
Ну, тихо. Так, а ну-ка, сюда подошел. Зомби. I'm a zombie. Эй, зомби. Зомби, ты что, тупой? Ну да, зомби тупой, у них нет мозгов. Золото, с него золото выпало, ребят. А хотя нет, это я просто забыл. И положить сундук золота. Ну ладно. Тут снизу. Чё это? Чё это? Так, ребят. О, господи Иисусе! Не, я туда не пойду. Я туда не полезу, где не надо. Я не хочу быть с ним. С клейским. Так. Что тут еще есть, кроме камня? Ребят, я что-то нашел. Это что? Не, вторая серия не. Я не хочу в Андермир. Ребят, если честно, то я не хочу в Андермир. Ну да. Мне очень сильно не хочется в Андермир попасть. Потому что меня там дракон ушатается с одного удара. Так. А здесь что тут у нас? О! Я хожу по кругу. Да что такое? Я в лабиринте каком-то. Там что-то сверху есть. Так, кто там замуровал? Ступеньки. О, факел. Я в каком-то лабиринте, ребят. Напишите в комментариях, как с него вылезти. Я заблудился. Помогите. Мне кажется, или я пойду кругом. Что там снизу? Там что-то есть. Открыто. Воху! Я какой-то бред нашел, ты. Че? Кольцо. Какое-то кольцо. Я нашел какое-то кольцо. О, факел! Так. Ступеньки какие-то. О, ребят! Че там? Уху! Еще один сундук. Сокровище. Ау! Тихо, зомби, тихо, кури. Ну бас. Мне понадобилась его голова. О, тихо! С мечом! Вы где такое видели? Зомби с мечом. Реально. Много мусора. Стоп, сокровище. Нужно сокровище открыть. Там же что-то крутое мне будет. Ребят. Что-то не надо. У меня какие-то монетки. Для чего они? Ребят. О, золотой самородок. Ребят, мы золото сможем сделать. Так. Мамася. Ничего нет больше. Нет. Как так-то? Дверь поганая. Так. На. Опа. Железный меч. Не. Железный меч мне больше не нужен. Когда есть импровит. Золотой меч. Ребят, мы на ферме опыта, короче. Я на ферме опыта. Чё это? Ребят, я грудак нашел новый. Ребят, новый нагрудник. Так. Толмономикон я еще нашел какой-то. Толмономикон. Странно как-то звучит. Вот так вот. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я потому что... А Бэтмен, Бэтмен, хорошо. Я слышу зомбаков. Эй, зомби! Идите сюда. Слышь, зомби. Хорош там орать.
И что, куда я хожу? Куда? Какой-то лабиринт. Реально, как с него вылезти? Тык. А, я пробурлил. Ой, по ступенькам. Так, там коня какой-то. Я тут уже все обтырил. 20 минут, капец. Ну ладно. Я сейчас поставлю на паузу и все здесь выкопаю и вернусь домой. Ребят, я вышел оттуда и нашел, ну, вот такие вот сокровища. Ну, конечно, это не сокровища. Опыт, ребят, опыт. Ладно, ребят, на этом данная серия моего летсплея заканчивается. С вами был я, Стив. Всем добра и всем пока! Пыщ!